Всем привет, с вами Doom. Начинаю такую небольшую серию роликов, посвященных LEGO, Marvel и DC персонажам. Вот пришло мне 9 штук. Кстати, можно было у продавца купить за отдельную плату, он как бы предлагает коробочки, да, с этими как бы LEGO там, да, чтобы было все написано. Ну, как бы зачем они мне нужны? Тем более при транспортировке они там все равно могут помяться, ну или он их сложит как бы. А потом уже, когда они сюда придут, можно будет собрать эту коробочку и положить туда лего, типа, чтобы, может, продавать потом. Но мне это все не нужно. Я заказал вот так. Ну и давайте сегодня начнем. Первый, так сказать, вступительный ролик. Это вот начнем с Капитана Америки. Мой такой самый любимый, наверное, из всех, которые тогда пришли, персонаж. Что самое примечательное, здесь даже есть надписи на русском. Вот вы можете видеть, написано «Во избежание». Правда, с ошибками. Во избежание удушения во время игры положите папку в опасное место, чтобы дети не трогали. Да, китайцы они такие. Давайте вскроем. Достались они вообще мне почти за даром. Так, собственно, кэп и его щит. Так, ну это, как я думаю, это и есть лего, просто я давно уже лего не держал в руках, раньше у меня было очень много лего всякого, но потом куда-то это все делось. С виду все сделано очень качественно, я думал, придет все криво разрисовано, посмотрите, как все сделано, да, все ровненько, никаких, там, заливки краски не в то место. В общем, все сделано по высшему классу, вот такой капитан. Так, давайте теперь. И щит тоже все сделан. В общем, китайцы молодцы, конечно. Я думал, будет все гораздо хуже. Так, сейчас надо щит ему этот. Вот так он одевается. И вот такой кэп с щитом своим. И также к каждой фигурке такая вот типа подставка. Вот так это все ставится. Пакетик с кривым русским типа языком. Вот такой LEGO Капитан Америка. Короче, все сделано классно. Я думал, будет все хуже. Ну вот, собственно, и все. В следующем я знаю, кого распакую. Можете написать там в комментариях, кто будет следующий в очереди. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.